Всем привет! Мы с Машей собрались в детскую поликлинику для того, чтобы попробовать к ней прикрепиться. Регистрации у нас пока нет, но нам нужно из нашего города забрать детскую медицинскую карту. А они сказали, выдадут ее только там тогда, когда мы здесь прикрепимся. Так что мы отправляемся, посмотрим, как у нас это получится. Мы опять на ЖД вокзале Адлер, только едем уже в другую сторону, в центр Адлера. От своего дома мы опять доехали, как проезд по городу, до сюда за 19 рублей. И стоим, ждем следующий автобус, чтобы поехать в центр, в другую сторону. На территории детской поликлиники, тут, видимо, целый комплекс. Здесь все прилично выглядит. Вот так вот выглядят коридоры детской поликлиники. Машуля, что делаешь? Уже морозная. Мам, смотри, в нее огнетушитель, а наверху Ну вот и все. Нас прикрепили. Без проблем, без наличия регистрации. Маша уже нашла себе тут друзей. Бегает, играет. Территория вот такая красивая. Так что сегодня все удачно у нас. Вот мы идем к остановке уже. Едем обратно. Обратно у нас будет прямой автобус сразу до дома. Вот такая здесь красивая зеленая улица. Если я не ошибаюсь, это улица Молокова. Молокова. Не знаю какая.